Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий Хаус, и перед началом видео я хочу порекомендовать вам канал Мистер Зорг ТВ. Парнишка выкладывает действительно крутые прохождения к видеоиграм, также занимается туториалом, видеоуроками к разным программам. На канале можно найти новости игровой индустрии и много-много других разных вкусностей. Так что не забываем подписываться к нему на канал, ставить лайки, ссылочку я оставлю в описании. Должен быть где-то здесь. Ты посмел уничтожить творение моих рук? Думаешь, я тебе подчинюсь? Ты такой же, как они. Думаешь, что сможешь вылепить из меня что-то другое? То, что они здесь создали, просто великолепно. Но все впустую. Потому что у них нет воображения. Потому что они не художники. Они хотят меня контролировать, манипулировать мной. Ты хочешь меня остановить, но ты проиграл. Потому что силой ядра я смогу творить вечно. Не разбивается. Это то, чего я ждал всю свою жизнь. Обе свои жизни. Никакой борьбы. Никаких недалеких и самодовольных критиков. Никаких насмешек со стороны необразованных неофитов. Никакого отрицания со стороны простолюдинов. Наконец-то я могу стать самим собой. Настоящим художником. И в моем распоряжении величайший холст всех времен. Мир наконец услышит имя Стефано Валентини и замрет в восхищении. Обрывки воспоминания. Здесь у нас ничего, походу. Что он творит с этими людьми? Хорошая была погоня. Но, увы, всему хорошему однажды приходит конец. Девочка,
Где она? Ты молодец, далеко зашел. Если бы упорство было видом искусства, ты был бы маэстро. Может, и не Микеланджело, но... по меньшей мере, Ван Гог. Хватит этой болтовни! Где она? Ядро в безопасности. Со мной. И я забрал ее по его приказу. Но когда осознал, насколько она сильна, как же я мог с ней расстаться? То, что я делаю, выходит далеко за рамки простой личной выгоды. Он не смог бы этого понять. Он? Кто это он? Это не важно. Его уже скоро не станет. Моя же работа продолжится. У Пикассо был голубой период. А у меня сейчас начинается багровый. Черт! Нет! Хватит! Узри мое новейшее творение. Нет! Как красиво! Букет из плоти и крови! Чокнутый ублюдок! Возможно ли создать что-то прекраснее? Но я постараюсь. Ее страх всегда меня вдохновляет. Ничто так не возбуждает фантазию, как надругательство над невинностью. Ты ее не получишь! Тебе ее сила ни к чему. Ты неразумный неандерталец. В твоих руках она бесполезна. Патроны откуда-то появились. Начинается психоделика, что ли? О, твою же мать! Так, у нас только... О, аптечка. Погнали! Погнали. Быстрей, 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 быстрей.
Бегом. Так, бежим. Так, вон туда, наверное. К той стенке. Он быстрее, быстрее, быстрее. Фу, пронесло просто на грани все. Черт, это так задумано было. Фу. Так, ладно, куда же ты делся? Блин, нам бы сохраниться. Ох ты, как я в точку вспомнил-то, а? Так, давайте-ка соберем здесь сейчас все. Отлично. Где этот кофе? Кофе, кофе, кофе. Можно ли кофе здесь попить? Или нет? Нет кофейного аппарата здесь. Жесть. Ну, ладно. Так, мы слайды-то не подбирали, нет? Есть у нас, нет? Нет, ничего нету.
Так, что можно сделать? Список предметов. Так, электроболт давайте. Давайте все три штуки. Улучшение. Что у нас из улучшения есть? Так. На огневую мощь у нас ничего не хватит. 480. Что у нас тут со снайперкой? Ну, снайперка и так мощная. В принципе. Емкость, скорострельность. Ну или болты, может, что-нибудь. Так, взрывной болт. Что у нас тут с взрывным болтом делается? 160. Давайте взрывной болт. Одна деталька у нас есть. Отлично. Так, и что у нас? Зеленый гель. 5. Ну, 5 это маловато. Маловато. Вылечимся. Сразу музыка заиграла такая. Тикс. Патронов у нас. Ай, ну ладно. Так, а там-то у нас нету больше ничего. А, в принципе, нам сюда вот и надо. Ха. Вроде как. Или нет? Нет. Нет, что-то я запутался. Я тебя жду. Моя следующая работа будет потрясающей. Полное поглощение ее сил, подчинение ее воли. Это будет искусство в его высшем выражении. Но какой смысл в искусстве, если нет публики? Так что для настоящего шедевра ты мне тоже нужен. Нет уж, это вряд ли. Да-да-да, без меня, пожалуйста. Так, двери закрылись. Чувак смотанный. Лежит. Аптечка. Аптечка, это хорошо. Со дна всего. Аптечка. Так, здесь нет. Ноль. Thank you.
Покажи, на что способен. Один патрон для дробовика. Блин, мне не нравятся ионные вот эти высказывания. Сейчас по-любому какая-нибудь жопочка будет. Себастьян Кастелланос. Нормально. Хватит бегать. Хватит игр. Согласен. Ты ведь мне уже поднадоел. Твоя смерть станет шедевром. Осталось только подписать его. Иду за тобой. Да ладно. Мы с ним. Иногда дуракам везет. Так, 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 что мне делать-то? Тупо в него стрелять, что ли, или что? Патрончики. Чай. Ну, давай, попробуй. Больно, да? Опа. Ты не спасешь. Ты даже себя не спасешь. Будет очень больно. А, черт, промазали. Удача скоро изменит тебе. Улыбочку в камеру. Ах ты, козел, а? Да чтоб тебя? Как-то ты иногда дуракам везет. Быстро это делаешь. Ты меня не убежишь. Хоть патроны появляются изредка. Иди сюда. Получи. Нельзя скрыться от того, что ты не видишь. А! Черт! Поспешил. Удача скоро изменит тебе. От меня не убежишь. Патроны кончились. Ох ты, козел, а. Снимай. Патрон. Не двигайся. Будет. Опа. Отлично. Так, 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 так. Патроны, патроны. Появились. Есть. Перезаряжай давай. Так, козел ты, а? Нельзя скрыться от того, что ты не видишь. Больно, да? Все, хватит с меня. Сейчас ты умрешь. Так, а вот это-то что? Не оставлю. Воу-воу-воу-воу-воу. Вот это уже жесть.
продержишься. Нет смысла бегать. Сранец, а? Какая композиция. Патроны там есть. От меня не спрячешь. Обыватель, ты должен страдать ради искусства. Ага, еще живой, что ли? Вот это да. Стефана. Опа, эту стенку разнес. Козёл, а? Урод. Ты за это заплатишь! От меня не спрячешься! Дай свою кровь! Блин! Патрон потратил. Аптечку бы еще. Было бы круто. Еще патроны там лежат. Ну давай. Хватит бегать, твоя смерть неотвратима. Нет смысла бегать. Ты за это заплатишь! Сейчас ты умрешь! Давай! Куда твоя кровь? Еще? Еще хочешь? Давай! Подходи ближе! Мне тоже, кстати. Yes. Только еще не успел. Ты уничтожил мое наследие. Такой жести я не ожидал. Ты сделал шедевр из меня самого. Надо запечатлеть. Жаль, камеры нет. Куда она делась?
Еще успею сделать один снимок. Лили! Не бойся, солнышко. Это я, папа. Нет, ты не он. Папа умер. Малыш, тебе так сказали, но это неправда. Лили, прошу тебя. Выходи, Лили. Не нужно прятаться. Иди к маме, Лили. Я тебя защищу. Мира? Убирайся. Ты ее не получишь.